Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня покажу моб Battle мод для Майнкрафта по Expedition. После установки данного мода в нашем мире появляется специальная вещь, в которой мы сможем сталкивать двух мобов. Да, это очень прикольный мод. Вот. Ну что ж, давайте проверим этот мод на двух мобов. На пауке и на этой ведьме. Ну что ж, кто же выиграет? Ставьте ставки быстрее, пока кто-нибудь из них не умер. Так. Так, паук, ты чего? Эй. Ведьма еще, походу, не собирается сдаваться, но она пока тоже ничего не делает. Вот, но битва продолжается, и кто же кого выиграет? Ведьма пока лечится, но паук пытается ее побить. Да, паучок наш умер, ведьма победила. Ну что ж, как победителю мы даем ей еще одного соперника. Так, это у нас будет свинозомби. Надеюсь, свинозомби, ты нас не подведешь. Так, наспавнили. Теперь просто-напросто соединяем этих мобов. Но свинозомби не захотел с ней драться, так как он считал, что это недостойный противник. Но, видимо, не собирается сдаваться. Да, она напротив собирается убить этого свинозомби, но свинозомби нифига ничего не хочет делать. К сожалению, так. Вот, поэтому мод не работает на всех мобах, к сожалению. Это так. Так, ну давайте попробуем травить на нее. Инфрита. Так, Инфри, давай, надеюсь, ты нас не подведешь. Так. Вот, он пошел в дело. Ну, давай. Атакую ее огнем. Ну. Ну, где же огонь? Где экшен? Давай. Ну, что это такое? Что ты делаешь? Давай, хватит приставать к ведьме, ты должен ее как бы убить. Ну. Но опять же ничего не происходит. Но я знаю точно, с кем это происходит. Это происходит с зомби, скелетами, пауками. К сожалению, с мирными жителями и там мобами тоже происходить не будет, потому что они совершенно мирные. Вот. Ну, почему вы не деретесь? Почему? Почему ты летаешь сзади нее? Ты должен ее убить огнем. Ну, почему? Ну, почему происходит всегда вот именно так? Ну ладно, давайте попробуем натравить на нее еще слизня. Слизня, здесь ты готов. Ну. Я тоже не готов. Ну, что вы, друзья, меня как подводите? Еще нас отравил добавок. Да, это очень прикольно. Давай. Ну, ладно, давайте ставим паучков. Давайте ставьте ставки, кто победит, правый или левый паучок. Но победил правый паучок. Вот такой классный паучок, который получает приз убийства, да. Вот, ну что ж. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.